Then I gotta hear the same sermon all the time now. Команда New York Knicks проиграла 3 первые финальные серии 99-го года команде San Antonio Spurs. И на четвертой игре в серии, которая ведется на 4 побед, болельщики пришли в майках с надписью «I still believe». Мы на нашем фильме не проиграли ни одной игры. Но мы тоже продолжаем видеть, что если ты не проигрываешь, значит, типа, тебя и признают победителем. Хотя в кино часто все достаточно. Манипуляциями же подхват надо будет делать. Клик-клик-клик. Потом запускает ли что-то. Ну давай, что мы сейчас делаем? Оп, и надо будет сейчас. На этом плане я могу воспользоваться другим листком. Давайте снимать общий план. У нас вторая страница. Запиши это на камеру. Это нас эсэсовцы так ногами избивали людей в России. Вот это одно и то же. Какая вторая страница? 10 заповедей. Это на двух страницах. Я понимаю, но мне нужно 10 заповедей. Я думал, чтобы было крупно написано 10 заповедей. Вы понимаете вообще, что вы делаете или нет? Вы думаете, как вот эти 10 заповедей? 10 заповедей, почему 29? Я не знаю. 10 заповедей готово? Я не могу даже никакое свое решение провести. Мне же дротик нужен вот здесь. Катя, куда ты его убрала? У меня задумка. Более интенсивно. Не замечаешь, как кино превращает тебя в деграданта вообще? Посмотрите. Фильммейкеры, часть мира, блядь. Фильммейкеры, аутсайдеры. Но мы на планете Земля, а не в медийном пространстве, пойми. Освобождайся, давай. Кричащие лица, как будто потом вот. И там тоже, и там первое появляется то, что крик женский гораздо, в кадре гораздо напряженнее выглядит, когда она закрывает эту губу. Вот так вот, понимаешь? Нежели когда она это делает, ну, да. Когда всем кажется, что, блин, она же классно крикнула сейчас, да, на площадке, да? Чего-то, а тут она может вообще без этого сделать. Ну, это нюансы такие, да. А ты кто брал банки, понимаешь? Я их не спал, с того, они внизу с того.